Привет, меня зовут Диана, и вы на канале Файбак. А перед просмотром данного ролика я тебя попрошу подписаться на мой YouTube канал, если ты хочешь получать больше мотивационных, продуктивных, а также просто интересных видео. Ты это можешь делать, просто нажав на кнопочку подписаться, которая находится под роликом. Она такая красная. Сделай ее серой и нажми на колокольчик, чтобы получать оповещение о каждом моем ролике. А также поставь лайк, если тебе понравится это видео. Сегодня я хочу показать вам, как вы можете провести свой летний день вместо того, чтобы просто сидеть в телефоне. Способы, с которыми вы можете провести последний денечек лета прикольно и чтобы вы оторвались на максимум. Первое. Так как сегодня последний день лета, я вам советую написать вашим друзьям, знакомым и позвать их погулять. Второе. Помните, как в начале лета вы составляли список дел? Так вот, пересмотрите его еще раз и пригляньте, может быть, какие-то пункты вы сможете выполнить именно сегодня. Для меня это не спать всю ночь, устроить день да и раскрасить картину по номерам. Почему бы и нет? Третье. Также стоит задуматься о планере. Я его сделала на сентябрь месяц, долго искала эскизы в интернете, а также в Пинтересте, и как раз нашла подходящий. Вот такой ежедневник у меня получился. Пожалуйста, не судите строго, так как первый раз я делаю вообще свой ежедневник. Вот как это все получилось. Этот квадратик я не знаю для чего оставила. Может быть, в конце напишу, как вообще прошел месяц. Но я не знаю для чего, он просто оставила на всякий случай, чтобы было куда что-то записать. Четвертое. Также вы уже можете начать подписывать некоторые тетрадки или книги, чтобы потом вам было легче и не было много писанины в начале сентября. Пятое. Также вы можете сложить свои портфели. Я думаю, что многим уже рассказали расписание, которое будет на 1 сентября, а даже на последующую неделю. Шестое. Поиграйте в любимую игру, либо посмотрите сериал. Я недавно подсела на сериал «Великолепный век. Империя Кисем». Сейчас не могу даже без него и дня прожить. Я надеюсь, что у вас тоже есть такой любимый сериал, либо фильм, и вы можете его пересмотреть.
Займитесь своим любимым делом. Порисуйте картину по номерам, поскладывайте картину с модулей и всякое такое. Сделайте то, что любите вы и нравится вам. Разукрасила картину, я уже решила отдохнуть, так как я устала. Вот тут на фоне я включила себе сериал «Великолепный век. Империя Кисем». Прям обожаю. Ну все, а теперь на прогулку. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставь лайк, подпишись на канал. Кстати, ребят, я запустила прямые трансляции. Я их буду проводить каждую субботу в 11 часов. Так как начинается школа, и в будние дни мне просто неудобно их вести. Также трансляция выйдет сегодня в 11, поэтому жду вас на прямом эфире. Мы с вами пообщаемся, так сказать, вживую. Всем спасибо за просмотр, если вы досмотрели до этой минуты. Отметьтесь в комментариях. Всем спасибо, всем пока!